Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с вами на программе «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. И мы говорим о ценностях. И о ценностях, и о трансформации. Как вообще можно вести свой бизнес и не просто делать этот бизнес для себя, а делать бизнес в первую очередь для клиентов, разворачивая все, что ты делаешь, для того, чтобы клиенты чувствовали себя максимально успешными и хотели не просто купить у тебя что-то, а сделать так, чтобы это превратилось в целую систему взаимоотношений. Знаете, я много общаюсь с разного рода предпринимателями, компаниями, и всегда какие-то уникальные моменты, которые доставляют мне невероятное удовольствие, потому что я вижу, что это может быть новым трендом, стараюсь рассказать вам. И вот сегодня у меня в гостях Сакаев Роман, владелец, сооснователь компании «Ижица», это группа компании «Ижиц», и, конечно, сейчас подробнее расскажем, и мне очень интересно, сегодня мы поговорим о трансформации, как из просто производства мы стали продавать, по сути, готовый бизнес. Роман, привет, рад тебя видеть, как ты добрался из нашего дождливого Санкт-Петербурга в нашу дождливую столицу? Ну, привез вам немножко дождика, вот, замечательно добрался, спасибо. Вот, замечательный город, как обычно, заряжает меня энергией такой вот мощной, бизнесовой. Вот. Это правда, правда. Приезжаешь в Москву и чувствуешь пульс жизни. Скажи, пожалуйста, вот ты, по сути, айтишник. Ну да, у меня инженер-математик. Да, и инженер-математик, ты занимался консалтингом, ты был IT-директором крупных российских компаний. Вот мышление айтишника, да, это все-таки такой, знаешь, наоборот, такой интроверт, он такой там все в циферках, там в каких-то проводочках, каких-то схемах, все остальное. И вдруг сооснователь бизнеса своего. Вот где вот этот произошел переход из человека, который раньше работал по найму, в то, чтобы уйти в управление собственным бизнесом? Ну, у меня так или иначе собственные небольшие зарисовки по бизнесу были достаточно давно, то есть там с 2004 года, то есть мы пробовали начать свои бизнесы, и в принципе 5 маленьких бизнесов у меня было, и там условно 3 из них просто отбились, один из них там принес небольшие деньги, другой ушел в минус, как бы, то есть такой опыт был небольшой, и всегда хотелось чем-то своим заниматься, вот, но реальная возможность появилась в тот момент, когда я понял, что, условно, у моего отца есть бизнес, которым он занимался, и в определенный момент я увидел ту нишу, которая образовалась именно в пищевом оборудовании. Вот, и я просто половину ровно своих нормальных, в общем-то, айтишных доходов полностью вкладывал в новый бизнес, в новое направление по производству оборудования. Вот, и, по сути, так понемножку у нас бизнес и создался. Но если отвечать на твой вопрос, как вот айтишник смог это все сделать, мне кажется, вот математику айтишнику это вообще как бы не проблема. То есть, если он немножко свой интровертизм немножко перевернет, вот, сумеет общаться с клиентами, понять, от чего стоит отталкиваться в общении с ними, то есть не от собственного видения этого мира, а от того, что нужно тому человеку, с которым ты общаешься, что нужно тому клиенту, которому ты что-то пытаешься предложить. Вот. И если с этой стороны посмотреть на этот вопрос и приложить все те плюсы айтишника, там, условно, который структурирует все процессы и который видит их не с точки зрения гуманитария, там, раскрасывая красочками, там, эмоциональными фонами, там, а ну, просто по-мужски, логично, там, 1, 2, 3, 4, 5, там, раскладывает процесс на составляющие и, собственно, их делает. Потому что, на мой взгляд, бизнес – это не столько про ощущения, бизнес – сколько про делание. Вот, потому что я вот можайку закончил питерскую, и у нас, ну, математический склад ума в этом плане, и тут четко есть понимание, что бизнес – это не настолько сложно, как математика. Бизнес – это просто про повторяющиеся действия, последовательные и на длительном периоде. Потому что проблема, когда люди ожидают получить результат сразу. И вот это вот у молодежи такая история есть, что вот хочется прям все и сразу. Вот девчонки красивые ходят по улице, у них мини-юбочки. Блин, ну какое завтра? Сейчас хочется. Вот. И, в принципе, такой же подход к бизнесу. Бабки-то сейчас нужны, как бы, да? Это, конечно, да. Потому что вот очень много я недавно принимал участие в очень крупной стратегической сессии, связанной с развитием малого и среднего бизнеса в России. И как раз 30% малого и среднего бизнеса заканчивают буквально вот в ближайшие 3-6 месяцев. И спрашивается, и когда их, ну, анкетируют, говорит, несовпадение ожиданий с реальными доходами. То есть деньги сразу не получаются. Ну, они, никто и не обещал, как бы, да. Вот у нас, мы тоже видеоролики снимаем, вот у меня свой YouTube-канал про копчение, про бизнес на копчении. И основной частый вопрос, вот, все, проблема,
нам сразу же не выйти на объем продаж, там, условно, 100 килограмм в день. Откуда же такой объем продаж взять, там, 50 килограмм в день? Говорю, а ничего, что мясокомбинаты по 50 тонн в день продают? Ну, они, понятно, что они не за один день на этот объем вышли, но 50 тонн, там, ребята, а 100 тонн не хотите, а 200 тонн в день не хотите, там, Абигрупп, там, или Атяшево, там, выпускают. На секунду вернемся. Да. У меня был опыт в свое время работать с мясным домом Бородина, такой интересный был очень экспертный опыт. Я немного погрузился в ту тему и понял, что основная проблема это не просто вот то, где ты работаешь, а именно где ты работаешь, то есть понимание целей компании, да, каких-то ценностей основателя, которые он туда закладывает, и, собственно, той корпоративной культуры, в которой люди работают, и ради чего все это делается. И мы к этому подойдем, но я бы хотел еще чуть-чуть на секунду вернуться в твое айтишное прошлое. А самая высокая позиция у тебя была какая? Вот на, я был application manager в русский стандарт «Водка». Угу. Это структура Рустама Тарика. Вот, и application manager у меня было там несколько подразделений, которые занимаются именно приложениями, которые управляют айтишной инфраструктурой полностью. Внутренними приложениями, производственными приложениями. Да, это SAP, там внутренние системы, это 1С, это портальное решение, это там внутренние определенные программы, которые позволяли автоматизировать документооборот. В отделе там порядка 10-12 человек было. И ты сказал, что самое главное для тебя вот это вот умение видеть процесс свысока. Но получается, в твоем случае для тебя, у тебя были всегда внутренние клиенты, да? Это там заказчики, какие-то производственные, и вы с ними там выстраивали взаимоотношения. И ты говорил, что ты продолжал еще работать, но уже увидел какую-то нишу в бизнесе, который создал твой отец. И вот как ты принял решение, что это действительно возможно станет той будущей площадкой, куда ты потом пойдешь? Ну, в целом, у меня хорошая компетенция, я умею выстраивать процессы, но изначально мне было тяжело сделать первый шаг и просто поверить, что вот эта тема, она действительно будет качать, вот именно процесс веры. И там интересный момент у нас произошел семейный. Отец сделал первую, ну, отец сделал коптильню условно, и он не умел ее продать, то есть не мог ее продать. Продал ее мой брат. Мой брат там разместил информацию на Авито, там, на какой-то доске, то есть это такая, ну, совершенно там, на коленочная история, 2011 год. Вот, он продал ее, они получили предоплату 50%, вот, но не смогли договориться с клиентом о том, что как же они получат оставшиеся 50%, потому что когда оборудование придет туда, клиент может не заплатить 50%. Угу. А если они изначально от клиента просят эти 50%, клиент понимает, что он, как бы, у него нет доверия, как бы, к компании. Может, не получить, да, может не получить оборудование. Да. И возник конфликт, они пришли ко мне, типа, Роман, ну помоги разрулить, как бы так, ну я так, что, все очень просто. Позвонил, объяснил, ну как бы по-человечески пообщался, получили эти деньги, отправили оборудование, и здесь у меня произошел вот этот вот момент, вот внутренний, там совершенно явный момент был, я прям поверил, я там зарабатывал, у меня чистыми там где-то 120 была зарплата, я ровно 60, там 70 тысяч каждый месяц инвестировал просто в какое-то минимальное оборудование. Я помню, мы маленький цех, гараж сняли с температурой минус 5 градусов, у меня отец работал, брат работал, я сам там первый ролик на YouTube, который у нас заснят еще в 2011 году, где-то я стою в белой рубашечке такой, это я снимаюсь при минус 5 градусах. Это первый момент. То есть, вот классическая гаражная компания. Абсолютно гаражная компания. Вот. То есть, это вот первый ролик, который я записал вот в таких вот условиях. У меня красные уши еще можно там посмотреть. Вот. Но мы это записали, сделали, и я прям четко понял, что эта тема качает. И мы росли кратно, как бы там 50-100% в год мы росли кратно, а иногда и больше. Вот. Скажи, пожалуйста, вот откуда взялась идея? Вот почему именно такое производственное оборудование? Знаете, идея — это все благодаря отцу. Вот. Он как бы предприниматель, я бы сказал, настоящий предприниматель. Вот. Я немножко вот как уже немножко искусственный, потому что у меня есть бабки, там условно были там деньги для первоначальных инвестиций, есть идея, условно, в виде отца, и мне просто нужно схлопнуть процессы, как бы активы с возможностями, схлопываешь и выстраиваешь процессы. То есть это, в принципе, довольно, ну, не очень сложная задача. А вот отец там в 90-е, у него трое детей, у меня два брата, акробата еще есть, близнеца, трое детей, мы в Литве. В Литве, собственно, нам прилетел камень в окно в 91-м году. Потому что вы русские? А я даже не знаю. Отец подумал, что мы русские. То есть, на самом деле, почему-то прилетел камень. Я не знаю, почему. Там, может, случайно? Никогда не летел, а тут вдруг прилетел и разбил окно. Вот. И никто не зашел, не объяснил, почему он это сделал. То есть, я не знаю, почему, но факт остается фактом. И мы уже собирались переезжать. Ну, и было, в принципе, известно, что мы на первом этаже, у нас была шикарная квартира в Вильнюсе. Вот. Дед у меня в КГБ служил.
устроил. Вот. И в принципе, а мама тоже служила в КГБ. То есть, возможно, это было как причиной. Я помню, когда еще их из здания вывозили на бронетранспортерах, когда вот вся эта история началась. Вот, когда сжигали архивы, вот эти вот, там очень интересная история, мама рассказывает до сих пор, там как бы там слезы наворачиваются. Вот, но так или иначе, камень прилетел, и я помню, отец как бы побелел, как бы он решил, мы срочно переезжаем. То есть это как была бы, точка, да. Это, ну, и до этого он понимал, что мы как русские люди должны жить в России. То есть, так как Литва для меня, это, я не очень могу разделить это как на Литву и на Россию, потому что я там родился. А для отца четкое разделение все-таки есть, хотя он тоже родился в Прибалтике. Вот. И мы переезжаем в Россию, и вы помните 90-е годы. Там, я их не очень помню, да, отец их помнит прекрасно. Но он в то время начал, например, вырезать трубки. Вот просто вырезать трубки там, да, вот и на базаре продавал эти трубки, и на это кормил вот семью своих детей. Получается, что особенность, давай так, вот если поднимемся чуть-чуть выше, да, как люди, которые, вот, например, используют твой взгляд айтишный над процессом, да, то есть получается предпринимательство – это возможность поиска любых возможностей, казалось бы, даже там, где возможностей нет. И пример твой отец. Ну, вот у Тинькова тоже мне нравится эта история, то есть предприниматель – это про предпринимать. Это не просто делать, это что-то предпринимать. Когда у тебя есть сложности, в сложности, то когда все просто, там вот любой товарищ пойдет и сделает то, что сделать просто. А предпринимать — это что не предпринимать. Нужно понять, что предпринять, и предпринять. Ты сейчас очень много. Мы не уходим, я просто пытаюсь вот вокруг, чтобы нам было интересно все построить. Ты очень много общаешься сейчас с конкретными вашими заказчиками, клиентами. И это предприниматели. Вот как бы ты сейчас охарактеризовал современное предпринимательство? Современное предпринимательство, ну, вы знаете, вот если мы начали с отца, это когда вот условно... Это первые да. шаги предпринимательства в России. Я бы, знаете, вот проассоциировал бы вот такая метафора, например, вот представляете, что такое, ну, компьютер современный, да, вот прекрасные программы, там замечательные, вот айфончики, там очень прикольные приложения всякие, да, и нам, вот это называется ЧМИ, человеко-машинный интерфейс, нам очень удобно взаимодействовать с приложениями, потому что там... Вся техническая часть для нас скрыта. Мы не понимаем, что там бинарные нули и единицы, как бы в процессорах, да. Вот, но изначально программирование было вообще про другое. То есть это был ассемблер, там, Fortran, там вот такие вот перфокарты всякие. Basic, да? Я помню. Да. И на самом деле, между вот этим процессором и аппликейшеном уровнем, то есть уже нашим пальчиком, когда вот, который вводят, там 10-15 различных уровней, понимаете, которые фильтруют от нас всю эту вот реальную реальность, понимаете, вот с нулями и единицами. То есть мы не понимаем, что нули единицы. Но вот эти 15 уровней, они от нас полностью убирают понимание того, что там есть железочки и бинарные коды. И то же самое, в принципе, предпринимательство. Если взять, например, опыт моего отца в предпринимательстве, это как ассемблер. Вот прямо вот жестко нужно кормить семью, там четко вот где-то брать деньги, ехать на рынок, что-то продавать. Вот это такой уровень. Уровень современного предпринимательства, он гораздо выше. Есть инкубаторы, есть бизнес-школы. Системы поддержки. Системы поддержки. Гранты. Гранты. По деньгам, в принципе, если человек толковый, он уже зарабатывает нормальные деньги, которые он просто может взять половину своей зарплаты и выложить, понимаете? Либо там у приятеля взять, там найти софинансирование. То есть... Большинство вот этих вот промежуточных уровней и глубоко системных уровней, они решены. То есть тоже скрыто получается. То да, есть, да, 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 все скрыто. То есть сейчас достаточно очень инкубаторская среда. Как iPhone получается. Ну да, 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 да. То есть человек пальчиком двигает, то есть, естественно, за тебя пальчиком двигать никто не будет. То есть ты должен хоть что-то сделать. Конечно. Вот мне, например, люди, мы снимаем прикольные ролики про то, как, собственно, бизнес построить. На что обратите внимание, какие шаги правильные сделать. Не сделайте ошибки дурацкие, потому что мы уже прошли через это. Не делайте дурацкие ошибки. Зачем? Как бы, да, но люди мне говорят: а как так, товарищ? А как вот мы продажи-то свои разовьем? Вот ты нас обманываешь, потому что вот сразу же на 50 килограммов продаж-то не выйти. То есть они предъявляют претензии, что пальчиком двигать нужно, понимаете? То есть получается, если перефразировать то, что ты говоришь, что предприниматели сегодня ожидают не просто от тебя покупку какого-то оборудования, а ожидают от тебя, что ты за них станешь предпринимателем, а они станут во главе, условно. На самом деле, я бы сказал, что большинство, конечно, людей адекватные, и они прекрасно понимают, что продажи на них. Вот, и, в принципе, за счет вот таких вот запросов немножко инфантильных, когда люди говорят: организуйте за наши продажи, я все-таки понимаю, что надо, ну, не столько организовывать за них продажи, сколько все-таки осветить вопрос более подробно, а как же организовывать продажи. Я, в принципе, на этих комментариях
иногда для меня негативные, которых я эмоционально смотрю, блин, ну как можно вот эти вот все вещи мне писать? Потом немножко успокаиваюсь, такой, ладно, выдохнули, и пишем реальный ответ, потому что если у людей есть вопросы... Значит, он есть. Значит, он есть, значит, нужно на него отвечать. Это точно так же, как в этих, да, в системах поддержки любой компании, когда человек, если пишет этот вопрос, это значит, компания все-таки где-то недоработала. Конечно, конечно. Человек не смог найти ответ. То есть я должен быть в этом плане взрослым человеком, понять, что вопрос существует, и все-таки на него ответить, несмотря на то, что мне, может быть, казалось бы, что он очевидный. Ты же живешь, да, в этом постоянно. Да, да, да. Ром, скажи, пожалуйста, вот сегодня это уже продажа, по сути, готового бизнеса. А тогда, когда ты увидел вот эту перспективу, это было там, ты принял участие в продаже первой коптильни, да? Вот эта трансформация от просто продажи к тому, чтобы помочь человеку сделать вот именно философию, передать бизнеса. Когда тебе начали приходить эти мысли, что не просто надо продавать, а надо помогать развивать предпринимательство? Ром, честно говоря, вот я скажу тоже, мой айтишный бэкграунд мой чем помог? Я вообще ничего не знал про продажи. То есть в основном, чем я руководствуюсь, это я руководствуюсь просто здравым смыслом, понимаешь? То есть я не понимаю, что такое продажа вообще, то есть, ну, не слышал никогда. То есть для меня, и немножко как вот у отца у моего, он тоже говорит, ну, это немножко как бы зашкварно, понимаете, вообще продажами заниматься для советского человека. То есть бабки считать, философия. Ну, как бы и мне до сих пор, я вот до сих пор, у меня пережитки вот эти советские еще сохранились. То есть что-то какая-то рентабельность, какое-то считать, сколько я на бедных людях зарабатываю, как бы. То есть мне это в комментариях напишет, вот, вы там зарабатываете на нас. Я говорю, ну, что, бесплатно, что ли, этим заниматься-то? Я же должен, наоборот, ничего зарабатывать. Но, с другой стороны, у меня все равно какой-то червячок советский есть вот этот вот. Вот. Но я с ним как бы работаю. Я с ним работаю. Я его, наоборот, на благо как бы перекручиваю. Но фишка в чем? Значит, отвечая на вопрос... Сейчас посмотри просто. Да-да. Да, как ушел, перешла трансформация от просто продажи, ага, к, по сути, установке бизнеса? Да. Значит, изначально у меня не было понимания того, что такое продажа. Значит, но это мне помогло, потому что тогда понимание продажи было вот... как бы подай объявление в газету. Реклама. Реклама какая-то и все. Цена, да. Телефон. Я пошел по-другому. У меня у самого был опыт коптильного цеха. Я там 2 года занимался копчением рыбы. Я полностью понимал все процессы и процедуры. Я пошел от того, это что... Это когда ты работал еще по найму? С 2004 до 2006, там 2004, 2005, 2006 год, у меня был опыт, мы купили свой цех рыбный. Вот. И я рыбопереработкой занимался. Я сам копчением рыбы занимался 2 года. Вот. Семья, наверное, рыбы наелась. Ну, да, 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 да. Это был интересный очень опыт, потому что у меня цех был где-то в 60 километров от Питера, и я по 2 раза в день гонял, закупал сырье, привозил вот в таком вот формате. Вот. И на тот момент получалось так, что мне не очень хватило оборотки. То есть, если бы была большая оборотка, я бы закупил сразу много рыбы, вот, и развивал бы это направление. Но, в принципе, у меня вот эти 2 года получилось так, что очень много вот таких телодвижений, и само развитие шло достаточно медленно на том этапе моего развития, на моего понимания бизнеса всего этого остального. Вот. И я, в принципе, в определенный момент решил уйти обратно в IT. То есть, но тебе дало какой-то опыт? Конечно, я полностью все процессы изучил. Вот, то есть я понял, где что, как взаимодействует, от чего зависит успешность бизнеса, да, вот, и когда мы начали продавать оборудование, я просто взял полностью свой опыт и объяснил людям, из чего он состоит, то есть я обозначил те болевые точки, которые могут быть обязательно, потому что я говорю, ребят, начинайте с продаж, начинайте с анализа своего рынка, куда вы все это будете продавать, потому что без продаж не будет бизнеса, вот, я объяснил, какое должно быть помещение, какие должны быть процессы, как они должны быть выстроены, на что посмотрит там ветврач, например, если вдруг придет к вам в помещение. Вот. И объяснил, как сделать действительно вкусный продукт. Потому что если мы делаем невкусный продукт, он зачастую и бесплатно не нужен. Ну зачем вот мне вот невкусная рыба? Я помню, пришел в какой-то магазин, и давали пиво. Вот вы там купили условно 200 рублей, и вам давали бесплатно бутылку пива. Просто у них там не продалась какая-то вот партия этого грейпфрутового пива Балтики. Вот. И мне дали эти 12 бутылок пива. Я, помню, такой радостный был. Но у меня эти бутылки пива простояли 3 месяца, а я их потом выкинул. Я в тот момент четко осознал, что если продукт мне невкусный, я его не планирую кушать, то он мне не нужен и бесплатно. Понимаете, в чем интерес? Вот. А если продукт вкусный,
я, может быть, скрою там в другом месте денежку, но я куплю вкусный продукт, который мне по-настоящему нужен. И вот это было ключевое понимание. И, может быть, в этом была моя ошибка вот моего первого бизнеса, когда мы пытались работать на опт, пытались сделать просто ширпотреб. Вот. Но он продавался, но каких-то особого удовольствия от бизнеса не получал. И, в принципе, особого развития он не имел. Потому что он шел не теми темпами, которые меня на тот момент устраивали. Вот. И не зная, как организованы продажи, вообще как вот по науке это все делается, я пошел просто от здравого смысла. Описал людям полностью процесс, как он выглядит, что нужно сделать, как помещение выглядит, и вот как, может быть, финансирование получить для построения бизнеса. Я пошел именно от того, что объяснял людям, как бизнес на оборудование строить, а не просто оборудование продавал. Вот, то есть я не говорил, какая хорошая у меня коптильня. Я говорил, как, в общем-то, прикольный бизнес можно построить на этой коптильне, если есть там то-то, 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 то-то. И если вам это интересно. Слушай, а вот история успеха твоих клиентов. Вот как они сейчас чувствуют? Вот, есть люди, которые действительно, для которых это стало делом жизни? Или это все-таки такие как бы моменты, вот это выгодно купили, там перестали? Вот какова судьба тех клиентов, которые с тобой работали за это время? Знаете, вот судьба на самом деле клиентов, она и греет, и помогает развиваться дальше. Потому что у меня достаточно много ребят, с которыми мы плотно общаемся, которые мне дают вот обратную связь четкую. Потому что если есть какой-то косяк в оборудовании, они мне четко говорят: Ром, вот здесь вот подработай, вот здесь вот доработай. И у российского клиента есть такой момент, очень неудобно говорить, что что-то не работает. Это как войти, да, скорость изменений, да, доработки. А я наоборот говорю: ребят, если что-то не нравится, четко сразу говорите, мы это быстренько поправим, и все. У нас, например, оборудование, почему, например, оно вообще стоит денег? Потому что у нас, например, Z115, нашу основную камеру взять, у нее 160 изменений самой камеры произошло. То есть итеративные постоянные изменения. Понимаете, это не потому, что она такая изначально плохая была. Это потому, что мы слушаем. Реалии, да? Да, мы слушаем и дорабатываем. Потому что, на мой взгляд, вот мы оборудование производим, основная задача какая-то оборудования, чтобы те проблемы и вопросы, которые может решить инженер, решил инженер. Чтобы не перекладывать эти вопросы на оператора. Понимаете? И чтобы вот ЧМИ, вот этот человеко-машина-интерфейс между оператором и коптильной камерой, был максимально бесшовный. И если мы экономим время и внимание нашего оператора, когда научаем его работать максимально удобно и понятно с оборудованием, он начинает заботиться о продукте. Понимаете, в чем интересный момент? А, вернемся немного к предпринимательству. Получается, что люди... Они изначально ищут нишу, в которой бы им хотелось работать. Вот если, например, взять со 100% всех предпринимателей, которые к тебе пришли, для кого действительно то, что ты производишь, это вот копчение, да, является каким-то делом жизни, а для кого это просто возможность просто заработать денег? Знаете, вот когда мы начали эту тему развивать, обучать людей, то есть говорить о том, как правильно производить продукцию, сформировалась такая прослойка переработчиков, которые, с одной стороны, знают, как произвести хорошо, а с другой стороны, хотят произвести хорошо. И с третьей стороны, умеют продать то, что они произвели. Потому что вот недавно классное интервью мы взяли у человека, который специями занимается в Екатеринбурге, у Глеба. Вот. И мы как раз вот про эти вопросы очень много вот обсуждали, дискутировали, как правильно продавать. Вот мясокомбинату большому, он может произвести хороший продукт, но ему сложно это продавать. И в основном у мясокомбинатов есть премиальные линейки очень крутого, вкусного продукта, который... Но вот, деньги они делают на среднем сегменте. Конечно, деньги они делают на среднем сегменте. А вот у ремесленника, у небольшого переработчика, он делает только хороший, классный, вкусный продукт, и деньги зарабатываются на тех клиентов, которые знают его лично. Постоянный покупатель. Конечно, постоянный покупатель. И эту когорту нужно развивать. То есть этих людей нужно развивать, знакомиться, общаться, вот, объяснять, почему их колбаса, либо просто дегустировать. Просто, ребят, попробуйте эту колбасу, попробуйте эту. И вот есть люди, которые еще помнят настоящий классный вкус колбасы там, или вкусной рыбы, и они пробуют, и сразу глаза такие бам! Понимаете, то есть это вот как я не ел помидоры длительное время, когда переехал в Россию, потому что у меня дед классные помидоры делал. А здесь вот начали появляться хорошие помидоры, там бакинские я попробовал, у меня вот это вот узнавание, понимаете, я опять начал есть помидоры. И вот люди, которые раньше не ели колбасу просто потому, что ее не было хорошей, а сейчас раз они ее кушают и прицепляются к тем людям, которые умеют ее хорошо производить. Итак, вернемся к тебе. То есть...
ты перешел, ты вот момент трансформации, трансформация тебя внутри от продажи конкретного оборудования к продаже бизнесу, он очень напоминает тему франчайзинга. Вот есть ли какая-то разница между то, что ты помогаешь, ты не просто продаешь, а ты помогаешь им построить бизнес, и вообще франчайзингом как таковым? Как вот ты видишь? Вы знаете, есть разница, конечно. Я на самом деле изначально воспринимал вот необходимость объяснить людям, как пользоваться моим оборудованием, как за свою обязанность. То есть это вот как производитель машин, например, воспринимал бы продажу машины как еще и обязанность обучить людей вождению машины. То есть я это воспринял как вот я должен это, понимаете? Вот. И со временем я понял, что в принципе люди не очень это ценят. Вот, то есть, и мы начали поэтому делать определенные курсы платные по обучению. И в целом это очень сильно повысило качество той информации, которую мы доносим до людей, для того, чтобы они начали бизнес правильно, там, правильно по технологии. Я правильно тебя услышал? То есть ты сначала делал бесплатный контент для своих покупателей, но он не воспринимался так, как нужно. И ты стал со временем делать платный контент, и его уже покупают только те, кому нужно, и которые готов оценить. Да, те, которые ценят. Но там история какая. То есть бесплатный контент, в чем его проблема? С одной стороны, конечно, хорошо, что он бесплатный, но с другой стороны, я не могу выделить достаточно бесплатного времени, чтобы полноценно донести всю информацию до людей, которая им нужна. Это нужно, ну, как минимум двое суток, чтобы люди погрузились прямо, понимаете? Вот. И, в принципе, бесплатный контент, его, в том его минус, в том, что он все-таки неполноценен. Невозможно бесплатно организовать полноценную программу обучения. Я совсем недавно еще, ты знаешь, познакомился с одним исследованием интересным. Вот взяли всех предпринимателей и условно разделили на 4 достаточно равных, причем группы по результатам их ответов. И спросили по поводу помощи, поддержки и все остальное. Первая половина сказала: не трогайте нас, вообще нам ничего от вас не надо. Вторая сказала: научите нас. Третья сказала: помогите нам, а четвертая сказала: сделайте все за нас. То есть вот ты с какой из этих 4 групп больше всего хотел бы работать? Помогите нам. Помогите нам. То есть это люди, которые хотят развиваться. Сейчас уже приходящие к тебе клиенты, они понимают, что они по сути приходят за бизнесом, или все-таки они еще не понимают этого на входе, а узнают это в процессе работы, взаимодействия с тобой? Знаете, в целом очень разные люди приходят, конечно. Приходят, ну, от совершенно таких вот людей фамильярных и, в принципе, считающих, что им весь мир должен. Это вот да. Они родились, и им все должны тут ему прийти, его обцеловать всего и все. Но, в принципе, с ними тоже можно работать. И приходят очень интересные, благодарные, деликатные, культурные люди, у которых сам учишься. Вот. И, наверное, вот правило предпринимателя — уметь работать со всем, не считать, что ты такой один, классный, замечательный, и все равняйтесь на меня, с другими я работать не готов, хотя, в принципе, отсекать определенных людей нужно в любом случае, негативных таких вот, которые за счет тебя работают, да. Но, в принципе, я благодарен всем, особенно, наверное, клиентам, с которыми тяжелее всего работать, потому что именно на них понимаешь, где твои процессы хромают и в какой момент нужно их подтягивать. Сразу вспоминаю книгу «Жалоба как подарок». Рома, скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была возможность помечтать сейчас, да, и вот представить твой бизнес там через 10 лет, как бы он мог выглядеть? Что для тебя было бы самым главным? Самым главным? Мне на самом деле нравится история комьюнити определенного, вот, людей, которые разделяют мои ценности, которые мыслят примерно так, ну, в тех же категориях, как я, которые не завязаны на чистой прибыли, а которые завязаны на той ценности, которую несут социуму. Вот, потому что меня, честно говоря, греет, вот, просто греет и дает возможность развиваться само понимание того, что мы прививаем определенную культуру потребления продуктов питания. Вот, потому что вот я недорассказал там про ту историю, что с нашим приходом, с нашим подходом вообще к обучению пользованию оборудованием, к обучению производству качественных продуктов питания, начала формироваться комьюнити таких вот людей, которые умеют и хотят.
И вокруг них складывается комьюнити покупателей, которые уже покупают эту продукцию. Да? И это вот связочка такая получается. Мы производим оборудование и центром компетенции являемся. Дальше люди обучаются, потом люди покупают эту всю историю. И таким образом, ну, растет просто здоровье нации в том числе, понимаете? То есть в будущем ты бы видел это некое такое комьюнити людей, связанных вот именно с тем бизнесом, которым ты занимаешься, потребители, да, и вы бы вместе обсуждали, что лучше, какие-то запросы. То есть вот эта жизнь какая-то внутренняя, которая была бы я там. Я бы не сказал, что она внутренняя. Это, если смотреть на 10 лет вперед, это все в зелени, все красивые, бегают, бабочки порхают и все остальное. Вот. Но в целом я себя не сильно разделяю от общества. То есть как-то я не могу сказать, что мы внутри там такие крутые. То есть мы являемся какой-то вот частью общества, которое постоянно растет и распространяет свои ценности. Угу, классно. Скажи, пожалуйста, вот наша программа, она связана для того, чтобы предприниматели учились на других историях успеха. Угу. Вот если перед нами сейчас, неважно, там Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Дальний Восток, Калининград, угу, мы, смотрится русскоязычное население. Вот человек, у человека маленький бизнес, он что-то производит. И ты увидел вот этот момент трансформации из продажи оборудования в продажу бизнеса. Что бы ты порекомендовал предпринимателю, который не видит пока еще это? Как ему перейти вот этот шаг, чтобы он продавал не только что-то, что он производит, а именно продавал бизнес, на котором можно сделать? Ну, знаете, наверное, вот в связи с последними вот событиями, которые у меня в жизни происходят, я бы рекомендовал вот, взять один выходной, пойти в лес, выдохнуть и просто подумать, вот какой мой следующий шаг. Потому что проблема частая вот таких вот небольших предпринимателей, что они как белка в колесе в замкнутом круге бегают. Вот. И вот знаете, как анекдот такой есть, когда там обезьяна и человек им дали там соревнование, кто быстрее банан с пальмы достанет. Вот. И они подходят к пальме, начинают их трясти. Вот. И им там уже подкидывают палочку такую, вот, типа вот вам палочка, и обезьяна берет эту палочку и сбивает банан, а мужик все трясет. Ему говорят: мужик, может, ты подумаешь, как бы тут посмотришь, вокруг. Он говорит: что смотреть, трясти надо, да, понимаешь, да, трясти надо. Думать, прыгать, да, надо, да. Вот в определенный момент нужно успокоиться, перестать трясти пальму, вот, и просто посмотреть вокруг. Вот, и вокруг, ведь то, чем люди занимаются, особенно небольшой бизнес, они не занимаются чем-то уникальным. То, чем они занимаются, то есть много людей уже через эти вопросы проходили. Да. И самое важное, что вот нужно понять, наверное, российскому предпринимателю, это действительно важно, что он находится не в окружении негодяев и сволочей, которые пытаются отобрать у него, потому что почему-то вот либеральная среда, она пытается вот эту повестку насадить просто на уши, что в России все плохо, что все ужасные люди вокруг. Наоборот, делается все только, чтобы делали. Да, делали. Да, ты человек, ты как бы оглянись, ты хочешь, чтобы выиграть лотерейный билет, так ты хоть лотерейный билет купи, понимаете? И вот важно, я закончу, важно, чтобы человек просто успокоился, посмотрел вокруг и куда можно ему сделать следующий шаг. Давай тогда попробуем эти шаги несколько и пройти вот на примере твоей трансформации. Первое. Я что-то произвожу. Второе. Как мне попробовать понять, как на этом люди делают бизнес? Самому разобраться, поговорить с клиентами. Вот какие 2-3 следующих шага, чтобы он мог сформировать комплексное предложение? Ну, например, там, я не знаю, производит он какие-то вещи, там, которые помогают, там, ну, хлебопекарное, например, оборудование, да, печку там делать, да, я не знаю, там, ножи какие-то точит, там, газонокосилки, все что угодно, сейчас много что делает. Вот это же вещь, на которой другие люди могут построить бизнес. Как вот этот перескочить в своей голове, что ты должен не продажи штуками, а продажи вот этой экосистемы. И эта настройка, ведь это, на мой взгляд, это придает добавленную стоимость и позволяет продавать дороже. Знаете, можно пойти с разных сторон, там, и я не являюсь бизнес-аналитиком там, глубинным, да, но если там, моей стратегии здравого смысла руководствоваться, вот, то если мы сядем и подумаем реально, то есть для начала есть такие, как quick wins, такие вот быстрые победы. То есть можно просто понять, например, если посреди офиса куча мусора лежит, можно просто убрать эту кучу мусора, понимаете? А вот бывает, что глаз замылен, как бы куча мусора лежит, как бы, а что с ней делать, непонятно. И вот когда вот вы успокоитесь, как бы, давайте уберем кучу мусора и все. Вот. То есть можно посмотреть просто, где реальные проблемы, когда вы выдыхаете и смотрите. То есть есть очевидные вещи, которые люди не видят. Например, вот на рыбное производство я приезжаю иногда, а там все в такую грязище, в дичайшей совершенно. Как бы, говорю: ребята, вы не пробовали как бы, вот, как порядок, бы, порядок навести, как гигиену? Потому что это... А мне люди говорят: а мы консерванты добавляем. Вот. Я говорю: ну это же
это же не решение вопроса. То есть гигиена производства, она складывается из всего. Какие-то, может быть, немножко консервантов. Это чистота рабочего места, чистота помещения. Это правильно организованные процессы. Да? Вот, то есть какие-то базовые вещи понять. Второй момент, вот базовая вещь, маркетологи, которые рекомендуют CASDEV, то есть Customer Development, то есть нужно понимать, что хочет твой клиент. То есть, может быть, он к вам пришел ножи заточить, а может быть, он кофе бы выпил, а может быть, у него есть клуб любителей любителей острых ножей, да, и их можно вывести на природу и рассказать вообще, какие прикольные ножи бывают. А может, партнерскую программу по ножам подключить, есть там в Кизляре прекрасные ножи производят, есть там на Урале прекрасные ножи производят, может, семинары про ножи, понимаете, то есть... Тема бесконечна. Абсолютно. Любая тема, она бесконечна. Интересно, что, понимаете, вот я из своего жизненного опыта могу подчеркнуть, что я занимался айтишкой и математикой, понимаете, то есть я вообще вот интроверт такой глубинный, то есть с математическими формулами, мне это круто, я в этом очень круто там, мне это нравится. Но вы приходите в любую другую область, я думал, что я в копчёнку сейчас приду, вот это оборудование, я ее сейчас покрою за год, вот, и потом типа буду чествовать на лаврах. Но уже вот сколько, 12 лет, и я до сих пор понимаю, насколько я дилетант в некоторых вопросах. То есть это как бабник-теоретик, я вот теоретически много чего знаю, да и практически много чего знаю, могу сделать какие-то прикольные вещи. Но реально у кого я учусь, это у людей, которые каждый день на своем практическом опыте доказывают жизнеспособность тех идей, тех первоначальных идей, которые я рассказываю. То есть ребята в Новокузнецке крутые, там Долгаль барбекю, там в Ютубе у него, там Серега, это очень крутые вещи делает, и прям он кайфует от всего. Он говорит, у меня такая тема, что я перед коптилочкой сажусь, беру бутылочку пива и не спешу. Люди, которые у меня покупают копчёнку, у него она дорогая. Вот. Но они покупают у него копчёнку, это и вкусно, и плюс стиль к жизни они покупают, вот, что можно взять спокойно и никуда не торопиться. Понимаете, мы же все привыкли там вот, бежать куда-то, а он спокойненько зарабатывает свои денежки, нормальные деньги. Там другой товарищ, вот, Александр, там, магазин «Мясология» в Перми, шикарный один магазин, крутой, просто на мясе, он специализируется на мясе и делает его круто, вкусно. Тонну в месяц продает один магазин, имея очень хорошие деньги на всем этом хозяйстве, и люди ему благодарны, потому что у него действительно самый вкусный продукт получается. То есть получается, что впереди успешного бизнеса стоит не желание заработать денег, а какая-то философия. Вы знаете, можно по-разному. Ведь вот вы как захотите, так и будет. Если вы пойдете от денег, ну, пойдете от денег, это будет у вас вертикальная, ориентированная такая вот среда, где вы четко будете ставить задачи, там будет сказать «есть, пошел, сделал». Как бы, да. Если вы идете от философии, от удовольствия к жизни, от того, что вы хотите донести своим клиентам, пойдет и так. Ведь ну, среда, она раздвигается перед видением каким-то, понимаете? Какое ты себе ставишь видение и цели на ближайшее будущее? Как я сказал, мне интересно развитие вот, своей тематики. И мы понимаем, что с точки зрения продвижения оборудования и проектирования оборудования, ведь интересно то, что проектирование оборудования – непростой бизнес. У меня работают в конструкторском бюро на постоянке там, 4-5, там, иногда мы еще предлагаем 6 инженеров, которые перманентно разрабатывают это оборудование, отрабатывают всякие нюансы, конструируют новое оборудование. И в целом цикл разработки оборудования он достаточно долгий. Вот у немцев в чем плюс огромный? После там, ну, у них огромная культура производства, 80-100 лет, накоплена огромная эмпирика, да, они ее используют и не спеша спокойно развивают свое производство. У нас нет этого времени. Мы должны быть просто суперэффективными, супервдумчивыми, детальными и разрабатывать вот оборудование, которое немцы за 80 лет разрабатывают, мы должны это... Сколько у тебя времени занимает от идеи до производства? То есть до запуска в производство. Год-полтора. Год-полтора, получается, да. То есть это длительно, понимаете? То есть инженеры сейчас стоят вообще не дешевых денег. И вы представляете, там два инженера работают год. А плюс еще они же заказывают металл, резку, это сварка, это люди все это пробные образцы. Пробные, да? Образцы, мы все это испытываем. И это реально, вот, но это в чем наш как бы плюс офигенный? То есть в том, что нам это интересно. Мы реально кайфуем. Мы покупаем новое оборудование на производство не потому, что оно прям супер нужно, а потому, что нам по кайфу, нам это интересно. Мы сейчас
посмотреть, как оно работает. Да, мы сейчас робота купили, мы сейчас лазерный станок сварочный купили, там наш юнимашевский классный станок, как бы сейчас будем его там внедрять в производство лазерную сварку. Просто нам круто, то есть мы как бы смотрим, это вот лазерный шов, как он красиво выглядит, то есть мы сами кайфуем, то есть понимаете, это вот как общение. То есть все-таки бизнес это все-таки про удовольствие внутреннее. Я на самом деле не. А как по-другому себя мотивировать, понимаете? Я вот не понимаю, зачем вообще этим заниматься? То есть если это просто ради выживания, но муравьи тоже решают эту задачу, муравьи тоже выживают, понимаете? Они же не мрут с голоду, правильно? Это да. Но я-то немножко лучше, чем муравей, но мне же больше всего дано, правильно? Время нашей программы пролетело практически незаметно, осталось все, там, что ли, пару минут. А всегда так, понимаешь, когда разговор, ты разговариваешь с человеком, который увлечен своим делом, ты просто получаешь сам огромное удовольствие, заряжаешься, и я вижу, насколько для тебя действительно это важно. Все-таки мы стараемся донести нашим слушателям, что все возможно. И пусть ты сегодня маленький предприниматель, есть возможность, что через какое-то время ты можешь стать действительно большим, если ты будешь туда вкладывать силы, энергию и время. Что ты пожелаешь нашему предпринимательскому сообществу, который занимается тоже производством оборудования, разных станков, для того, чтобы другие стали, то есть, чтобы другие могли на этом тоже что-то делать? Вот. Месседж, какой бы ты послал, чтобы люди не боялись развиваться и становиться больше, больше и больше? Знаете, если говорить про месседж, не будьте серой мышью, я бы так сказал. Потому что в целом аргументация многих людей, которым тяжело поднять пятую точку, что типа все так делают. Вот все так делают, это условно серая реальность, вот серая действительность, и в принципе к вам никто не докопается, если вы будете серой мышкой. Но если вы хотите выделиться и как-то быть успешным, создайте что-нибудь лучше, чем обычно. Вот просто лучше. Занесите туда чуть-чуть, чтобы ваши там, критерии успешности, критерии хорошести были чуть выше, чем среднестатистический. И в этом случае создается точка притяжения социума, начинает туда течь. Рыба течет там глубже, человек там, где лучше. И люди начинают туда течь. Хотите быть успешными? Создайте вот эту точку, где что-то лучше, чем в окружающей действительности. Хотите, чтобы ваш дом был лучше? Ну, приберитесь. Хоть везде грязно, это нормально, но приберите просто сами свой дом. Не обязательно, что государство должно убирать вокруг вашего дома. Сами приберитесь. Причем количество поддержки государственной при желании сейчас колоссальное. Да, да, да. Что бы ты пожелал своим клиентам или тем людям, которые вот, рассматривают возможности посмотреть, делать что-то, как ты? Не будьте воинствующими любителями. Вот, когда человек находится на любительском уровне, и вот с оружием в руках отстаивает свой любительский. Я не хочу никуда развиваться, потому что мой дед 100 лет так коптил. Я не хочу развиваться, потому что 100 лет люди так делают. Я говорю, 100 лет назад люди при лучине читали. Ну, вы же сейчас при лампочке читаете, правильно? Чего же вы на конях по Москве не ездите? Они же 100 лет назад так делали. То есть, посмотрите, что есть нового вокруг. Впитайте в себя эту информацию, потому что мы помимо бесплатной информации, мы даем более сложную, более глубокую платную информацию. И это гораздо дешевле, чем на своих шишках получать какую-то вот важную информацию, которая нам необходима. Я бы вот такой месседж послал. Ну и последнее, с чего бы я хотел закончить. А что ты сам себе пожелаешь? Сам себе. Вот держать тот уровень, уровень энергичности, вот востребованности, мотивированности, вот чтобы идти дальше, вот именно вот и его еще наращивать. Потому что сейчас мы хороший такой темп набрали, классный. Вот, и себе пожелаю просто вот целеустремленно не разбегаться по сторонам, вот целеустремленно двигаться к тем целям, которые мы себе поставили. Спасибо тебе большое, уважаемые зрители. Сегодня у меня был Сакаев Роман, сооснователь, владелец, генеральный директор группы компании «Ижица». И вот я слушал, и ты знаешь, чем больше и больше общаюсь с предпринимателями, тем больше я понимаю, что есть надежда, что действительно предприниматель станет действительно реальной опорой и силой в нашем государстве, потому что люди, которые не хотят развиваться, не просто продавать, а продавать экосистему, помогать другим людям выстраивать, создавать сообщество, создавать какие-то совместные большие дела, все это делать, чтобы в целом жизнь каждого обычного нашего гражданина стала лучше. И все вы делаете великое дело, за это вам огромное спасибо. Уважаемые друзья, с нами был Роман Сакаев, еще раз, да, спасибо вам, «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко, бизнес, основанный на ценностях. Пока. Спасибо. Thank you.